אז אנחנו נלמד קצת, אנחנו ממשיכים ללמוד את העקרונות מהכתובים. להפוך תיאוריה לפרקטיקה מעשית. אני אכלוק קצת מחשבות על מחשבות שהעסיקו אותי די הרבה לאחרונה. Я хочу поделиться некоторыми мыслями, которые занимали мою голову на протяжении последнего времени. И мы поговорим о самой большой заповеди, которая есть в Писаниях. И очень хорошо, если мы сейчас откроем Матфея 22 главу. С 36 стиха.

רבי, איזוהי המצווה הגדולה שבתורה, השיב לו ישוע, ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל שכלך, זאת המצווה הגדולה והראשונה. И один из них, законник, искушая его, спросил, говоря, «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Ишуа сказал ему, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душой твоей, и всем разумением твоим, сияясь первая наибольшая заповедь». Написано, что это первая и самая большая заповедь. Все остальные заповеди, они нам даны, и мы можем их исполнить только если мы сможем исполнить эту первую заповедь. Амила, кшаля, Слово заповедь имеет тот же корень, как слово повеление. אנחנו צריכים לציית ולבצע אם שאנחנו מבינים אותה אם שלא А повеление ⁇ это что-то, что ты слышишь и исполняешь, даже если ты не понимаешь смысл того, что ты делаешь. И последнее время я думал именно про эту самую большую заповедь. Живу ли я по этой заповеди, по этому повелению? И ответ, который я получил, это нет. וזה מפריע לי מאוד. אם היא הייתה ליצ'נה או שהיא משייט. כי זה... זאת המצווה שיש בה המון המון חיים. פטמושת את הזאבה בדפקתו יש מנוגה ז'יזן. אז אם אנחנו כבר חושבים על זה ו... И если мы будем глубоко задумываться над этим, и если каждый задумается, и есть люди, которые здесь в своем сердце могут ответить, что они, честно говоря, не живут по этой самой большой заповеди тогда у нас есть к чему стремиться и что исправить. И то, что я хочу попросить вас сделать, это действительно каждый в своем сердце искренне ответьте себе, живете ли вы по этой самой большой заповеди или нет. И давайте мы немножечко рассмотрим, что, в чем состоит эта заповедь. Любить, возлюбить всем сердцем. Что значит возлюбить всем сердцем? Давайте мы прочитаем Притчи 4.23. Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Наше сердце – это корень всей нашей жизнедеятельности. Это то, кто мы есть. שלנו, наш характер. Regals, наши чувства. Doing, и источник всего, что мы делаем. Own, больно ли нам, или мы волнуемся. Потому что сердце – это источник жизни. И в этом сердце должен быть престол для Бога. На этом престоле Он должен восседать и контролировать всю нашу жизнь. Теоретически Бог должен быть центром нашего характера. Он должен быть центром наших волнений, центром нашей радости. لا, uh, И на это не должно оказывать влияние все, что происходит вокруг. <ятно>, Бемет Бакербену. И если э мы действительно углубляемся в то, что написано, то мы должны его чувствовать даже на физическом уровне, что он живет внутри нашего сердца. Мы все знаем, какова функция сердца. Сердце это как помпа которая качает кровь. Это, это двигатель нашего организма, который качает кровь и распространяет по всему организму. Он доставляет кровь во все важные, жизненно важные органы и менее важные. אם דם נים מסוימה חסום והדם לא יגיע לשם אז אותו חלק פשוט ימות. וזה בדיוק הדוגמה אלוהים רוצה להיות בכל מילימטר ממי שאנחנו. השאלה אם זה מה שקיים בחיים או יש לנו פרלל И uh, вопрос в том, существует ли это в нашей жизни или он не, не совсем. Я думаю, что, uh, к сожалению, у многих из нас есть достаточно большая пропасть между тем, кем Бог хочет, чтобы мы были, и кем мы являемся на самом деле. И можно Легشر. И можно соединить этот, эту пропасть. Лев Дальше написано всем, всей душою твоей, возлюбить всей душой твоей. А и давайте попытаемся понять, mm -hmm. что такое душа. Берешит, читаем, э, бытие 2.17. Ведь цер Адунай Элохим это Адам,

פנימיים uh, ли мы это, или не понимаем. זה или הכי אלוהי שיש את הסאמי בז'סטוין הצ'איס נאס זה חתיכת אלוהים בתוכנו בגלל זה כל בן אדם בעולם לא משנה אם זה איזה מישהו שרץ ערום באמזונקה או איזה מישהו שהולך עם חליפה בגרמניה מרגיש צורך מסוים להתקרב למשהו שהוא מעליו Поэтому каждый человек, бегает ли он голышом по Амазонке или ходит в дорогом костюме в центре Германии, чувствует, на каком-то уровне чувствует нужду приблизиться к чему-то духовному. <тесвят> Это тот магнит, который uh, тянет нас обратно к тому, кем мы являемся

שנתקע וצריך לחיות חיים פיזיים. אמי אוצ'ין דוחובנה דברייניה כתור נקקו את הפיריוט ורמיני זברושן הפיזיציסקיית שלה אינם פריכודציה סטטים ספרבולציה. ואם אנחנו מתמקדים בנפש זה הדרך הכי הכי מהירה להתחבר חזרה לבורא. אז לי מי сосредотачиваемся на душе, это самый быстрый способ вернуться к нашему Создателю. Если мы действительно вкладываем в это. Согласно Писаниям, как они описывают характер Бога, Бог не насильник, это не, Он не агрессор. Он очень нежный и Он говорит тихо. Потому что Он хороший отец. ולעומת זה הבשר שלנו תמיד צעקני. נאש הפלוט פסיקדה בונטואית. היא תמיד רוצה שליטה טוטאלית עלינו. נאש הפלוט פסיקדה חודשית פולנסו קנטרלר ועצתו כמעבליים. אם אנחנו שמים המון המון שכבות של בשר על הנפש העדינה הנפש משתתקת. יש למי פלוטיו דושו, אידאללה מתא פסטיאנה, תו נאשא דושאבכן סקנצוף אוגסניק. הנפש שלנו זה גם המצפון שלנו, האלוהים כל הזמן מדבר מתוכנו. אה, אי נאשא דושטא נאשא סוביסט, אי בוכה צ'אסט אספוזיות סוביסט לטבושת בפרקברית כנאם. כשאנחנו äh, פועלים ואנחנו לידו, אנחנו שומעים את הקול הזה חזק וברור. כדאי מי דיסטווים עם פריבליז'אים סכנימותו מוסלו שם את גולה סיני יסנה. כשאנחנו בונים חומות בינינו לבין האלוהים А когда мы выстраиваем стены между нами, между Богом, הנפש, тогда мы перестаем слышать душу. מצпун, и мы становимся бессовестными. А, и как, чем больше проходит времени, тем больше эта пропасть растет. שני, הבעיה, а если мы поняли проблему, הצורה הכי מהירה לחזור לאלוהים. (צוחק) 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 (צוחק

Uh, каждый понимает uh, как, uh, таким или иным образом שלנו, но в наших мыслях бог должен быть на первом месте в нашем разуме в наших мыслях и в нашей логике הבשар, потому что uh, разум дает uh, сигналы и приказы всему телу миллионы миллионы и а uh, у нас в разуме происходят, бегут uh, миллионы мыслей. То вот в поход И хорошие, и плохих. Ахаду uh, одна из примеров, помните, что когда Каин захотел убить Авеля? И говорил, אני, אני uh, Бог предупредил его, он сказал: Я вижу, о чем ты думаешь. А там ואתה צריך לשלוט על זה כי כל מחשבה רעה זה שורש והיא בסופו של דבר תייצר חטא ככל שהמחשבה של חטא מתפתחת השכל שולח את הפקודה לעיניים ללשון לידיים והוא מבצע И насколько мы позволяем нашему разуму развивать грешные мысли, потом разум естественным образом пошлет этот, э, это повеление нашим глазам, нашему языку, э, нашим рукам и всем нашим действиям. Сейчас мы живем в очень особенное время и в очень непонятное и неуверенное. И наш разум работает дополнительные часы. בערב, ليشون, И если мы просто перед тем, как ложимся спать, сядем вечером у себя на кровати. וננסה חמישים אחוז מהמחשבות שלנו לכתוב על הדף כמה מזה באמת יש למחשבה על אלוהים? או שיש מחשבות יותר של הבל ופחד ולא ברור или у нас есть мысли страха и ужаса и шока и неясности и, жалоб или действительно, хотя бы 40-50% мы да, думаем о Боге. Я, к сожалению, не думаю, что у нас такое состояние. По крайней мере, у меня нет такое состояние. Но могу сказать, что точно можно это исправить. Потому что есть требования и есть повеление возлюбить Господа Бога всем разумом. И это состояние, когда наш мозг постоянно работает 24 часа. Uh, это повеление uh, вместить Бога в нашу каждую мысль. Это маком, шолетча, Потом, дать ему место, потому что он должен там властвовать. Если я думаю о грехе, тогда нужно сказать бог я сейчас думаю о грехе зайди на свое достойное место и если я начинаю думать о плохих вещах и о страхе нужно понять что это не от бога скорее всего бог сошел со своего места и сказать господь займи свое место эта заповедь очень практическая, она связана с нашей каждодневной жизнью. Потому что мы живем, мы дышим, мы делаем различные вещи. Мы волнуемся и мы боимся. И все это занесено в эту огромную заповедь. אנחנו עכשיו עוברים uh, כמה פרשות שבוע יש סריה שאנחנו מדברים על יוסף, нас, uh, глав, יוסף. אפשר להבין עד כמה הבן אדם הזה הצעיר כמה שהוא באמת חי על פי המצווה הזאת И, uh, человека, כאילו הדברים שמסביבו קורים אבל לא נוגעים בו Uh, как будто вокруг него происходят какие-то вещи, но его они не касаются. Он говорил с Богом в самых своих сложных ситуациях. И он действительно уповал на него. Невозможно uh, надеяться на какого-то человека или на Бога, если ты не знаешь характер того, на кого ты надеешься. Естественно, Юсеф не знал, что он в будущем будет властелина всего египта он об этом не думал но он знал что бог точно знает что будет и есть и был тот путь который нужно было ему пройти у него была цель у него он стремился к конечному результату мы не все должны понять нашим разумом. Нам нужно прожить этот день самым наилучшим образом. Если мы хотя бы немножко приблизимся к тому, чтобы жить по этой самой большой заповеди то плод в нашей жизни мы увидим сразу же и немедленно. И есть очень много плодов и подарков, даров, которых Бог хочет дать своим детям. למשל אנחנו מכירים את פירות של הרוח שאנחנו קוראים בספר גלטים חמש נפרא מי זנאים מנגה פלדוף דוחה כתורים וצ'תה עם פגלתך ופעת הגלבי יש שם המון פירות תקראו אחר כך תם יש רזניך פלדוף שאם אנחנו באמת מתחברים לרוח של אלוהים אלוהים מתחיל לבצבץ מתוכנו то Бог начинает действовать среди, внутри нас. Тогда мы живем в состоянии внутреннего мира. Мы можем жить в внутреннем мире, даже если вокруг нас нет мира. Мы верим, что есть, что будут очень странные времена. וככל שאנחנו בונים את האמונה, האמונה שלנו גדלה ואנחנו סומכים על אלוהים יותר. על פי כל אחד, החיים שלו יכול באמת לבחון את החיים שלו בשלושים, עשרים, ארבעים שנה האחרונות. Uh, каждый может проверить свою жизнь uh, за последние 20, 30, 40 лет. И мы, мы можем, исходя из опыта, сказать, что Бог достоин того, чтобы мы на него уповали. באמת, uh, מושג, uh, דווקא, טוב, uh, на английском есть такое выражение, которое переводится ⁇ он достоин доверия ⁇ Просто посмотрите свою жизнь назад и вспомните, насколько Бог достоин доверия. И насколько, если мы, и, э, э, насколько мы э, посвятим себя, то наш уровень э, вырастет

Просто представьте, вы утром встаете, <ау> и у вас вообще нет никакого чувства страха. Вы вообще не боитесь ни того, что будет сегодня, ни того, что будет завтра, ни того, что будет с моими родными. Вы не будете бояться, как, что я буду есть, что я буду пить, во что я буду одеваться, как я буду оплачивать свои счета. Потому что мы понимаем, что

того И когда он начал бояться несколько часов до своего распятия, и он знал это, он все равно пошел на это и не свернул назад. И он прожил эту земную жизнь для того, чтобы показать нам пример, как нужно и можно жить. И что такое страх?

Но каждый, который сидит здесь, у него есть одна или две мысли, которая его пугает. בעצם, يושבים, мы сидим, и вроде бы все в порядке, и мы пытаемся себе в голову засунуть и äh, пророчествовать плохие вещи, которые, скорее всего, не произойдут

עיקרון של אלוהים ועיקרון של האויב שמנסה להשריש בנו את הפחדים האלה. אסנו בבוגה אסנו בברגה כתור פתה עצבנו שית נעמת אסטראכי. אם אנחנו נבין שאלוהים יש לו עקרונות והוא רוצה בטובתנו. יש להם מאה פעמים שאת בוגה יש פרינציפ איון חודשית לנעסלות שלו. הכוונות שלו טובות И его намерения добрые. Он говорит, я забочусь о вас, как о своих детях. А на самом деле ни один ребенок не заработал того, чтобы родитель о нем заботился. родитель просто о нем заботятся, потому что они его родители. בחיים, не это. это не значит, что не будет у нас никогда трудностей в жизни, этого нам никто не обещал. Но нам не нужно uh, пророчествовать, навлекать на себя трудности и постоянно этого ожидать. Нам нужно uh, uh, надеяться на Бога во всем, что мы есть. הנוכחות שלו בחיים שלנו כל יום צריכה להיות ממש ממש משמעותית. (אומר תהילים שלושים ושתיים עשרים ושתיים. פסלתיר,

Понимаете, почему иногда в нашей жизни не все гладко? Потому что когда мы просим и мы настаиваем, Бог, при, дай мне это и помоги мне там, תשובה שלו לפתרון שלו. (אומר דברים בשפה הערבית, להלן תרגומם: ובמקביל מנסים עוד דברים. אומר דברים: עד שאנחנו נתקעים בקיר ונגמרים ואז באמת אלוהים נכנס לפעולה. (אומר דברים בשפה הערבית, להלן תרגומם: זה נכון שלפעמים אנחנו צריכים באמת להאמין כאילו דרך שיניים. Uh, нам иногда нужно, uh, иногда есть такие же ситуации, когда мы должны верить no, сквозь говоришь, зубы. Сквозь зубы. Забыт, кему же из, имате мзахрим, идя в хуртик и אמר, תאזור, Когда uh, помните ситуацию, когда пришел мужчина к Иешуа и сказал uh, исцели моего сына? И он говорит, ты веришь, что я могу это сделать? Он говорит, да, я верю, но помоги моему неверию. Иногда мы должны таким образом говорить Богу, я верю. А там, где я не верю, помоги моему неверию. Потому что если мы не верим, что Бог даст нам самый лучший способ решения нашей проблемы,

И если мы не видим Бога и не, де, не верим, что Он может действовать в такой ситуации, <говорит> тогда мы забираем у Него силы действовать. <говорит> Написано, что Ишуа стоит у двери и стучит. הוא לא פותח את הדלת עם הרגל ומתחיל לעשות מה שבא לו הוא ברא אותנו יצורים מאוד מאוד מיוחדים אנחנו אנשים בעלי בחירה חופשית לגמרי Мы люди со свободной волей и со свободным выбором. И он дал нам эту власть решить, открываем ли мы эту дверь, Пускаем ли мы его в свою жизнь или нет? Любить Машу. Что-то любить. Давайте мы приведем простой пример. Микан Мамаш, Мамаш Израиль. בוא נרים את הידיים כן תיאורטית כולנו אנחנו פה אבל מה זה באמת לא אוהב את ישראל האם אנחנו בכלל מבינים מה זה להיות ישראלי כל אחד יכול כמובן לענות את זה לעצמו

Есть люди, которые одевают Маген Давид. Возможно, для них это означает полюбить Израиль, и этого достаточно. Но есть люди, которые э, повесили Маген Давид, приехали сюда 20 лет назад. האם זה אהבת ישראל? אני לא בטוח אבל זו דעתי. עברית זה אחד הדברים המושרשים של מה זה להיות ישראלי. העברית הזיק עברית את האדנו איז קרניך אסנוב שאתה תקוע בית ישראל תיאנינם. אם אנחנו עולים חדשים כמובן יש פה אתגר אנחנו הולכים ללמוד Если мы новоприбывшие, для нас есть вызов, и мы должны приложить все усилия для того, чтобы выучить иврит. Но, как, но проблема в том состоит, что если я здесь нахожусь уже более пяти лет, и я не могу составить одно предложение, и мои дети разговаривают не на иврите, вот здесь уже проблема сильная. И это часть из действий как быть израильтянином я прилагаю усилия для того чтобы стать израильтянином не обижайтесь это, просто... это, это проблема это просто пример Кем они бывают? Овь маш, Потому что если я что-то люблю, то я прилагаю к этому усилия для того, чтобы в этом развиваться. А им Если я как израильтянин. Они макир эта Я знаю историю танаха. А им они макир эта история модернит, маше карамеливчам от раввин но знаю ли я историю Израиля, начиная с 1948 года? История шанихают ахшав. Та история, в которой я живу, современная история Израиля. Пытаюсь ли я приобрести эти основные знания и передать их, эти знания моим израильским детям? А пытаюсь ли я дома выстроить свой дом согласно этим принципам? Понимаю ли я культуру израильскую? Мазон. אוכל. ידעו. מה ייחודי במדינה הזאת? מי האויבים שלי? שתו עשו בין אבית הסטרני, כתום אי ורגי. לדעתי זאת אהבת ישראל. מי קרצה שתו איתה... אייסט לבו איפק ישראל. לא מספיק לקחת את כוף שלי להכניס אותו לתוך הארץ, זה נטי ישראלי, לא בדיוק. (אומר בערבית: זאת התעסקות מתמדת של אהבה שלי). כמו שאני אוהב את אשתי, זו התעסקות מתמדת, אהבה צריכה לגדול, כי אם היא נשארת על אותו שלב כנראה היא תרד. Uh, это то же самое, как отношения между мужем и женой. Я постоянно должен вкладывать свою жену и развивать свою любовь к ней. Если это остановится на своем месте, в конце концов она угаснет. Если я не буду говорить со своей женой три дня, а потом в один день я с ней поговорю, потом я с ней неделю разговаривать не буду, то все, то мой брак разрушится. Если мне нравится ездить на велосипеде, то я буду вкладывать в это и время, и деньги, я куплю себе разные приспособления для моего любимого велосипеда. Я просто пытаюсь вам передать одну мысль. Нам нужно вкладывать в Бога всегда и без перерыва. Наша любовь к Богу должна быть слепая и безумная. Мы должны дать ему образы правления в нашей жизни. Когда мы uh, перестаем чувствовать близость Богом, то нас должна мучить жажда и голод. И uh, иногда мы uh, приходим к такому состоянию, что uh, меня им, uh, мучает голод и жажда. В Иоанна uh, 7 главе написано. Ишуа сказал, тот, кто жаждет, приди ко мне и пей. Uh, и наполняйся таким образом, что uh, uh, все это будет изливаться в, на других людей. אומר, הпештут", uh, הпештут и простота возвращения ко мне ⁇ это очень легкий путь. Он И он дает пример с водой. Мы знаем, что параллель воды ⁇ это Святой Дух. ואומר מים זה משהו שהוא חיוני לגוף בשביל להמשיך לחיות ולתפקד כשאנחנו לפעמים מסתכלים על, על הילדים וממש ממש צמאים אם אתה תשים להם כוס של מים או כוס של קולה Если ты им поста... дети, которые очень хотят пить, поставьте перед ними два стакана с водой и с колой. Что они выберут? кола. Скорее всего, они выберут колу. Потому что она сладкая и вкусная. Они не будут думать о том, что вода намного более здоровая, чем кола. 80-90% детей выберут сладкий напиток. Потому что телу приятно, когда сладкий напиток попадает. Ишуа говорит, когда вы хотите пить, придите и возьмите воду. И иногда, когда мы жаждем айфим, или мы уставшие, דבר, мы будем пить все что угодно, но не воду. Мы сделаем себе страшный вред. כדי שהבשר שלנו יירגע, יפסיק לסבול מהעייפות הזו. אנסטולקה שאתה בנאשי תיאלה אוספקולס היא פרסטלסט רדאטית אוסטלסט. אנחנו חושבים שאנחנו מטפלים בצמאה. אבל בעצם אנחנו רוצים לקבל סיפוק מיידי על הכלל כאב של הבשר, שיהיה לו כיף. זה נימד כשאנחנו צמאים לאלוהים אנחנו צריכים למלא את עצמנו באלוהים. Когда мы жаждем Бога, нам нужно наполнить себя Богом. И вкладывать в это время. И когда Бог увидит наши попытки, Он продолжит быть нам источником жизни. И да, мы, у нас будут испытания в нашей жизни. И громы, и молнии. Uh, אנחנו... Мы прочитаем последний стих uh, из uh, Псалмов 106 Псалом. 23-31 стих. Отправляющиеся на кораблях в море производящие дела на больших водах, видят дела Господа и чудеса Его в пучине. Он речет, и восстанет бурный ветер, и высоко поднимает волны Его. Восходит до небес, не сходит до бездны, душа их истоевает в бедствии. Они кружатся и шатаются, как пьяные, и вся мудрость их исчезает. Но возвали Господу в скорби своей, и Он вывел их из бедствия их. Он превращает бурю в тишину, и волны умолкают, и веселятся, что они утихли, Он приводит их к желаемой пристани. наславят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих. Это и есть наша жизнь. И иногда мы наша жизнь как такое спокойное море, и солнышко светит, и мы спокойно плывем а иногда тьма и буря и сильные волны это страшно нашу и можно здесь выучить практический урок когда ученики были с Ишуа и поднялась буря Ишуа взял их в лодку и сказал нам нужно переплыть на другой берег за за это наша цель, и туда мы стремимся. Конечно, он заранее приготовил ему урок и пошел спать. Потому что это был человек, в котором uh, не было страха. Если он знает, что Бог хочет, чтобы он пришел к этой цели, Он придет к этой цели, неважно, что будет. И когда начались волны и uh, начались. Uh, его ученики начали бегать в панике. Когда ничего не помогало из того, что они делали, они разбудили Ишуа, просили у него помощи. Подумайте, если мы будем делать то же самое, только наоборот. И наше понимание будет большим. Я знаю, что меня к что он я знаю, что Бог привел меня в этот мир для той цели, которую Он поставил для меня. И Он всегда находится со мной в этой лодке. И в любую минуту, uh, когда мне нужно, я могу разбудить Его и поговорить с Ним. Но нужно это делать не в панике, а с верой. Мы пройдем бури для того, чтобы в нашей жизни мы научились каким-то урокам. И Бог хочет, чтобы мы поднялись на горы для того, чтобы мы увидели все сверху. Давид говорит, возведи меня на гору для меня недосягаемую. Потому что я хочу подняться на эту гору. Но мне нужна, мне, нужна твоя помощь для того, чтобы сделать это. И когда Иешуа наполнил свою жизнь отцом, когда он находился здесь, на этой земле, нам нужно попытаться возрастить свои проценты веры. Это просто, это не просто. Но это очень... Это, вы от этого получите много удовольствия. И том, года, я очень близко общаюсь с Богом в последние 2-3 года. И Он учит меня страхи. Иногда ты живешь так, как будто страха в твоей жизни вообще нет. И это очень хорошо. Лотамид. Не всегда. Но когда, пытается, когда вы достигаете этого уровня, это просто здорово. Давайте мы встанем и мы помолимся. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за то, что мы здесь. Мы хотим измениться, улучшиться. Тазорно бы выкашались из города Паразы. Помоги нам. Э сократить пропасть между нами и Тобой. Между тем, кем ты хочешь нас видеть между тем, кем мы сейчас являемся. Помоги недостатку нашей веры, Господь. И помоги нам достигнуть отношений с Тобой. Помоги нам понять эту первую великую заповедь. Действительно сосредоточиться на ней и проживать ее в своей жизни. Уже сейчас Господь. Мы знаем, что мы примем это решение. И когда мы примем это решение, то враг тоже не будет спать. Но мы не боимся его Господь. Мы просим Господь, пробуди наш дух. Любить тебя всем сердцем всей душой, السехель, всем разумением. وليخني وليخني и помоги нам свою плоть подчинить к твоим ногам. И дай нам близость с тобой. Мы благодарим тебя за то, что ты учишь нас как хороший отец, как хороший учитель. И мы просто благодарим тебя за твое великое долготерпение к нам. Мы поклоняемся тебе и преклоняемся перед тобой. Помоги нам закончить этот день по-другому. Потому что когда мы пойдем спать, помоги нам действительно достигнуть этого уровня, что когда мы преуспели приблизиться к Тебе. Благодарим тебе Ишуа. Аминь.